Арт-объект на стене набережной протяженностью 30 метров в районе Первомайского спуска посвящен летним видам спорта. Например, это пляжные волейбол, футбол, теннис и фрисби. Всего 11 видов. Граффити нарисовали в преддверии физкультурно-спортивного фестиваля. Когда необходимо креативить, это бывает сложно. Но наши все участники справились. Мы проводили очень серьезный отбор. Они дорабатывали эскиз в единый какой-то стиль, придавали ему единый стиль и соединяли фрагменты каждого рисунка в один. Если всем понравится наше творчество, мы продолжим сопровождать наших спортсменов в наших фестивалях картинками красивыми. В общем, соединили творчество и спорт. Чтобы граффити оказалось на стене набережной, порядка 100 художников из Самары и Москвы прислали свои эскизы на конкурс. Лучшие идеи воплотили в жизнь. На это ушло 3 дня. Самара – первый город, где проводится такого рода мероприятие. Перед участниками конкурса стояла задача создать неповторимые эскизы, которые впоследствии будут размещены на набережной и станут визитной карточкой и арт-объектом для наших посетителей и гостей города. Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Comus Fest» пройдет с 26 по 30 июля. В нем будут представлены 8 видов спорта. Половина, наверное, участников – это самарские, хотя участники представлены со всех регионов нашей страны. Начинали мы с пляжного футбола, пляжного волейбола, пляжного тенниса. И вот постепенно у нас внедрились и пляжные регби, и алтимат фрисби. И в этом году впервые у нас пляжный баскетбол, пляжное сумо. Поэтому фестиваль развивается, привлекает новых участников, открываются новые локации, как сегодня вот этот вот замечательный арт-объект. Спортсмены на фестивале по пляжным видам спорта разыграют призовой фонд более 3 миллионов рублей. За денежное вознаграждение будут соревноваться более 1000 участников на 20 площадках спортивного городка на второй очереди набережной Первомайского спуска. Ксения Баканова, Сергей Кизоркин, Игорь Казановский. События.